Многие российские бизнесмены отказываются платить налоги в стране, не желая раскрывать данные об иностранных активах. Такой вывод сделало агентство Рейтер. Оно сообщает, два человека из списка 100 богатейших российских бизнесменов от журнала Forbes рассказали, что отказались от налогового резидентства в России из-за принятого в 2014 году закона о так называемой деофшоризации. Он требует от налогоплательщиков сообщать, какие иностранные компании они контролируют, и платить налог на прибыль. Кроме того, Рейтер приводит данные юридической фирмы Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры. Она опросила 300 состоятельных россиян и выяснила, что из тех, у кого есть офшорные компании, 40% отказались платить налоги в России. То есть формально проводят в стране меньше 183 дней в год. Источники Рейтер объясняют все это тем, что бизнесмены боятся раскрывать данные, опасаясь конкурентов и атак со стороны чиновников.